Концерты, торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Учителя и приближающемуся профессиональному празднику сельхозработников, прошли в здании администрации Биробиджанского района. Поздравления с профессиональным праздником учителям и работникам сельского хозяйства направил губернатор ЕО Ростислав Гольдштейн. Отдельно указал на особую роль педагогов в патриотическом воспитании подрастающего поколения руководитель регионального исполкома «Единая Россия» Антон Акимов. В сегодняшней ситуации, когда наша страна защищает весь мир от фашизма, именно наши учителя прививают нашим детям любовь к родине. Представители двух, на первый взгляд, далеких друг от друга профессий не случайно оказались приглашены на совместное мероприятие. Именно на работников сферы образования и сельского хозяйства возложены важнейшие миссии. Это воспитание детей и обеспечение продовольственной безопасности страны. О том, что значит День Учителя для героев праздника и о важности проведения подобных мероприятий, рассказали сами виновники торжества. День Учителя – это праздник. Праздник, когда ты можешь почувствовать, наверное, что ты значим. Сегодня, наверное, торжественное заседание для того, чтобы, наверное, сказать приятные слова всем учителям, всем коллегам. Пусть это один раз в год, я имею в виду, что вот эти награды, но они дают возможность нам двигаться дальше, работать еще лучше. Не остались без заслуженных наград в свой профессиональный праздник и труженики полей и фермерских хозяйств, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий. Они выращивают зерновые и сою, картофель и овощи. Благодаря их труду сегодня главное место в структуре экономики Биробиджанского района занимает именно сельское хозяйство. Андрей Пархомей, Богдан Патрин, Новости 21.